Ребята, он стал монстром! Что я сделала с ребенком? Он у меня стал фиолетовый! Что мне соседи скажут? О, боже! А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1! Молодец! Тут такое дело, соседи меня попросили посидеть с ребенком, и я не няня, но и попробую. Так, начинаем 7-й день, прикиньте, я уже с ним сижу почти как неделю. Так, покормить малыша. Так, ладно. Где там тебя надо кормить? А как мне тебя положить? Ладно. Блин, я вообще его взяла. Ладно, давайте на этот стол положим. Так, ладно. Найти бутылочку. Помыть бутылочку. Блин, у меня голод заканчивается, окей. Так, автомат с молоком быстро наливаем. Сейчас будем быстро есть. И отдам малышу пока это. О, у меня уже мало. Так, суши. Раз. Целую подложку суши съел. Смотрите, как быстро я съел подложку суши. Так, у него воняет подгузник. Мне быстрее его, пожалуйста. Окей, сейчас поменяю. Так. Я, кстати, в прошлой части так потренировалась здесь кидать подгузники. И мне плюс 10 секунд, потому что я попала. Окей. Угу. Теперь давайте... использовать присыпку. Хорошо. Насыпаем. Забрасываем. О, попало. Так, берем подгузник. И надеваем ему. Все, плюс 20 секунд. Теперь... Что тебе там нужно еще? Дать игрушку, вот это да. Но я опять захотела есть, поэтому давайте я сейчас еще раз подложку суши съем. Видели, как у меня быстро голод восстановился? Просто... И все. Так, ты хочешь самолетик? Я хочу именно красный самолетик, не перепутай цветами. Хорошо, постараюсь. И где же эта игрушка? А, вот она, точно, красная машинка ему нужна. Так, вот ты какую заказывал, красную машинку? Я же просил красный самолетик. А, красный самолетик? Точно, блин, я забыла. Так, вот этот тебе нужен? Конечно. Я же тебя попросил не перепутать. И куда ты его выбросил? Что ты натворил? Я хочу спать. Да ты то хочет есть, то хочет спать. Так, ну я тебя отправил в кроватку, и день пройден. Я заработала сейчас 61 кристаллик. Это, слушайте, нормально. Так, и подарок какой-то. О, колечки. Нормально. Так. Окей. Новая комната, гостиная. Давайте ее сейчас просто посмотрим. А, это не та? А где гостиная? А, это гостиная. Комната закрыта. В смысле комната закрыта? А, то есть она открыта. А, ванна здесь. Ванна откроется на 19-й день. Здесь на 30-й день. Здесь ключ от прихожей. Понятно. Давайте сейчас везде посмотрим, сколько нам осталось и сколько чего дней нам осталось. Ванная на 19-й. На 38-й. А, столовая на 38-й. Окей, давайте начинаем день. Окей. Итак, да, привет, мамочка. Чего? Так, дайте соску. Тебе надо дать соску. Соску. Ну ладно, давайте сначала соску дадим. Он же у нас просит соску, а потом его расчешем волосы. Так, держи тебе соску. А теперь давайте дадим его расческу. А, это не он хочет, а кто? А, это ты хочешь? Боже, у меня здесь еще и какая-то типа дочка. Так, ладно. Мы все заплели. Ты пока здесь сиди. Так, расческу я пока что выкину. В угол. О, отличное место. Так, ты хочешь у нас мячик. И где здесь у нас мячик? Тебе этот подойдет? А, ну, вроде бы он нормальный. Хотя я что-то не знаю. Мне он не нравится. И я уже заметила, что тебе он не нравится, так как ты вот сюда его запыльнул. Поэтому здесь какая-то уже нитка появилась. Так, ты хочешь у нас... воды. Ну, молочка.
Хорошо. Так, у нас опять эта дочка захотела... расчесываться. Так, ладно, мы пока что нальем молока. В принципе, у нее еще там не половина. Так, а ты пока что попей. Ручка? Это ручка? Ладно. Это ты здесь у нас орешь? А, ей не понравилось, все. Ладно, ты пока сиди. Еще ей не нравится. Давайте во вторую расческу выкуп. Оп, все. Так, ты у нас что хочешь? А, ты спать у нас хочешь. Хорошо, я сейчас тебя уже положу спать. И все, это не проведено. И я получила плюс 64 кристаллика. И у меня сейчас 300 с чем-то. Так, хорошо. Здесь пока что у нас все равно не открылась никакая комната, поэтому давайте просто поменять подгузник. Ты что, уже хочешь поменять подгузник? Я уже нафукал, ты что? Ну, конечно, ты сразу же нафукал. Так, поменять подгузник. Хорошо. Берем подгузник и давайте просто... Ты что там орешь? Я тебе сказал, что я потом подойду. Так. Бросил подгузнику плюс 2 кристалла, а не плюс 10 секунд. Спасибо за 2 кристаллика. Так, и мы нам нужно поменять... нужно нам присыпка. Хорошо, сейчас используем присыпку. Так, еще присыпем немножко, что присыпка. Я попал ровно! Вау! И давай заберем подгузник. Ура! Что ты... Ой, извини, пожалуйста. И минус 20 секунд. Блин, у меня она расчесаться хочет. Так. Это планшет? Что-то здесь все перепутали. Иду, не переживай, ты уже... Я бегу к тебе. Мы уже выходим из времени. И я успела. Все, и это вообще нереально. Так, в угол расческу кидаем, мы можем идти. Так, что ты у нас хочешь? Соски. Окей, сейчас я тебе дам соску. Так, давайте ее помоем сначала. И дадим это малышу. Ведь он всегда берет соску. Так, плюс 20 секунд, отлично. Он ее выбросил. Ты хочешь синий мяч, окей. Она опять орет. Эта дочка. Так, ладно, держи себе мяч. Но я же просил синий. Ай, ладно, сейчас я тебе синий принесу. И перестань ты, дочка, орать, пожалуйста. Я здесь с ребенком занимаюсь. Так, ладно, пойду-ка я ее расчесу, а то вообще будет не угомониться. Так, я иду к тебе. Так, вот сейчас я ее расчешу. И все, и теперь она больше от меня уже ничего не будет ждать. Так, и теперь наш малыш захотел спать. Окей, давайте его сейчас уложим спать. А это надо выбросить сначала, чтобы взять малыша. Хорошо, малыш, ложись в кроватку. И все, он спокойно лег в кроватку. Отлично. Так, здесь у нас доступны подарки. Какие-то, но я их не беру, я не хочу подарки. Так, давайте пойдем во двор. Хочется все-таки немножко поиграть и так далее. И вот здесь, потому что у нас прикольные еще награды такие всякие. Вот так вот. Давайте берем ключик. Используем ключик. Обучение. Наливайте на боков бутылочки и складывайте бутылочки в коробки, пока не закончится время. За каждую упакованную бутылочку начисляются очки. О, прикольно. Так, берем. Скорее, у нас всего лишь есть минута. Итак, идем сюда. Автомат с молоком. И здесь нужно попасть. Есть, и нам плюс 100. Вот это да. Ну, и примерно я где-то 4 их накоплю. Есть, плюс 100. Еще плюс 100. Так, берем. У меня каждого примерно плюс-минус 15-14 секунд. Это получилось даже чуть меньше. 10 секунд. Так, у меня пока что 300, я хочу 400. Так, бросаем. Есть, попало. Так, берем. А, нужно упаковать ее, так. Быстрее. 8 секунд. Я не попала. Ребят. Все, я заработал 500 очков. Хорошо. Окей.
мы немножко с вами поиграли, поупаковывали разные молочко. И теперь мы можем переходить дальше, так как у меня больше не осталось ключика. Или стоп. А, не, показалось. Здесь, кстати, так ключи дорого стоят. Плюс 5 за 2000. Мне копить это очень много надо. Я пока что не хочу. Я пока что лучше начну новый день. Кстати, если вы не знали, как заработать плюс 0... Ну ладно, потом это расскажу. Так, посмотреть мультики? Он что, смотрит мультики? Окей. Ну давай, мне уже мультики хочу смотреть. Иду, я тебе сейчас место для малыша. Так, здесь какая-то... А, вот кассета. Однажды солнечный день. Ой, как весело. А, это не то? Извини, пожалуйста. А, вот нужный плеер. Лягушонок на озере. Ах, как же интересно. Лягушонок на озере. Ой, как интересно смотреть этот лягушонка на озере. Окей, и какую ты же хочешь игрушку? Он у меня теперь игрушку захотел. Ладно, сейчас пойдем искать для него игрушку. Блин, я уже забыла, какую он хочет. По-моему, красную машинку. Да, по-моему, красную машинку. Красная машина. Так, я бегу к тебе уже с красной машинкой. Оп. Блин, мимо. Я хотела в него попасть, чтобы он сразу ее взял. Ай, блин, еще зря время потеряла. Так, и давай я тебя обойду. Держи тебе. О, я как раз эту игрушку заказывал. Ну да. И ты, он в камин ее кинул. Ты что, ты хочешь, чтобы это сгорела машинка? Я лично не хочу. А то потом будешь просить и потом вкидать еще в камин. Вообще. Так, ладно, он хочет спать. Давайте его уложим спать. Отлично, день пройден. Плюс 63 кристаллика. Это хорошо. О, у меня 443 кристаллика. Это много. Так, 10-й день. А я бы хотела, знаете, кожа. Интересно, здесь какая кожа? О, смотрите, редки. Я хочу купить редкую, знаете, вот фиолетовую кожу. Да, это может быть звучит странно, но я хочу такое купить. Так, ладно, играть. Так, он хочет соску. О, у меня голод, отлично. Ой, это не отлично, это просто голод. Так, ну и давайте одну сушу. Она, в принципе, мало занимает. Все, и теперь мне полностью заполнено. Так, ты хочешь соски? Хорошо. Соска, она находится здесь. И давайте ее сейчас помоем. Так, и давайте отдадим соску малышу. А то он вообще сейчас сойдет с ума. Ну, конечно, я сойду с ума. Потому что это мне соска даже не подходит. То есть я зря для тебя это мыло? Он опять хочет посмотреть мультики. Мне все еще не надоедает смотреть мультики. Окей, и какой ты хочешь же диск? А, опять лягушонок на озере. Эх. А здесь морское путешествие. А, вот лягушонок на озере. Отлично, давайте кинем его в телевизор. Лягушонок на озере. Ты куда? Так, давайте его поднимем. А, вот, все, лягушонок на озере. А, здесь был второй лягушонок на озере. Ой, как интересно. Голод! Как же я не заметила! У меня голод! Так. О, боже! Блин, не то! Вы посмотрите, как я нереально хожу! Очень медленно! Так, надо суши быстро съесть! Вы посмотрите! Это просто нереально медленно! Ну, наконец-то, теперь я могу нормально ходить! А не супер-пупер медленно. А, ты хочешь у нас подгузник поменять? Давай я тебя заберу отсюда и подыщу тебя к подгузникам. Так, давайте сюда его положим. И теперь он у нас хочет поменять подгузник. Хорошо. Так, я хочу еще плюс 2 кристаллика, поэтому давайте кинем сюда. Плюс 3 кристаллика! Да, это даже радуется. Так, на самом деле нет. Так, ладно, и давайте ему кучу насыпем этой штуки. Все, теперь у него там полностью белый, и это отлично. Вау, я как подбросила вообще. Так, и теперь лезем ему подгузник. Отлично, тем временем я опять захотела есть. И поэтому давайте просто все съем. Суши, кстати, очень сытные вот в этой игре. Так, одна имеется в виду. И теперь он хочет спать. Ну, спи давай. И я получила плюс 64.
О, 507. Так, подарок. И, во, это часики. О, это же Apple Watch. Ну, обои какой Apple Watch. Так, слушайте, я хотела кожу купить, что-то я думаю, что не буду покупать. Я, наверное, куплю потом. А, да тут заеб... Это, скорее всего, не кожа. Это, скорее всего, обои. А! Он реально фиолетовый! Он фиолетовый! Господи! У меня ребенок стал фиолетовый! Ребята, он стал монстром! Что я сделала с ребенком? Он у меня стал фиолетовый! Ребята! Что мне соседи скажут? О, боже! Так, ладно, здесь какая-то игра. Старт, собачка. Короб. А, вот собачка. Корова. Так, все. Дальше что? О, я больше не могу на него смотреть, он все еще фиолетовый. Так, ладно, накормить малыша нужно. О, боже. Так, ладно. Давайте, по-моему, бутылку. Знаете, сейчас у меня это... Самый мой этот... Большой страх. То, что мне скажут соседи. То, что у меня стал малыш фиолетов. И давайте его можем спать. Все-таки, может быть, это фиолетовый пройдет. И день пройден. Это отлично. Так, и у нас здесь подарок. Это хорошо. Ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а пока, переходите в следующее мое видео. Увидимся там!